Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о сборке букета из колбасных роз. Это будет мужской букет с алкоголем. Для этого нам понадобится 3 бутылочки маленького алкоголя, половинки лайма, помидоры черри, колбасные розы из колбас 5 видов, колбаски, сыр пармезан, голубой сыр, сыр дорблю, листья салата. Итак, начинаем сборку. Так как процесс трудоемкий, ингредиенты уже подготовлены. И непосредственно я покажу вам сам процесс сборки этого букета. Букет будет выполнен в каскадной технике с помощью обычного узкого скотча.